Ребята, до Дня Великой Победы осталось совсем немного времени. Но все прекрасно знают, ничто так не поддерживает трудную минуту, как хорошая песня. Во время Великой Отечественной войны песня всегда была рядом с солдатом. Она его сопровождала в бою, она его согревала на привале. Давайте вспомним великие слова поэта-песенника Лебедева Кумача. Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. В годы Великой Отечественной войны было написано очень много песен, и все они практически стали народными. И сегодня вместе с вами мы исполним одну из таких песен. Наверное, самую главную. Это День Победы. Итак, гимназия, мы начинаем. Общешкольная патриотическая акция «Споем вместе». Говорит Москва. Под Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев совершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. День Победы, как он был от нас далек, как в костре подушек таял далек. Привез ты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот День Победы порохом пропал. Этот день мы приближали, как могли.